В Орле начался двухдневный семинар судебных приставов, работающих в сфере дознания. Подобное мероприятие проводится федеральной службой впервые. Семинар собрал 59 представителей из 30 регионов страны. Им предстоит обсудить возможности повышения эффективности досудебного расследования. Орловская область была не случайно выбрана для проведения этого совещания. Успехи в работе местной службы видны не только в сухой статистике. Сегодня, когда мы ведем прием граждан в Орловской области, последние годы, коллеги, отрадно сказать, что люди приходят по проблемам ЖКХ, по проблемам транспорта, но ни в коем случае не приходят по решениям суда, по неисполнению и так далее. Это говорит о том, что действительно ваша служба сегодня работает четко.